Всех приветствую на канале Stop City Roar. И сейчас я зачитаю свою статью «Методика выведения химии из организма». Ну, дополню еще несколько своих слов. Ну, предисловие. Меня зовут Андрей Шутов, я нахожусь под психотронной обработкой. Меня обрабатывают спецслужбы. Тайным оружием. Технология, которая работает по законам физики и по законам химии, которая находится в нашем организме. Вот. Все гениально оказалось просто. Из того, что я понял, и то, что мне рассказал один человек по молитвам белорусских старцев, который нашел меня. То есть, опять же, человек ездил Хмелеву пустынь Жамбинского района к отцу Серафиму, и тот указал ему путь, естественно, все не просто так. И тут же присутствуют божественные силы, и те старцы, которые молятся сейчас за, как говорится, за то, чтобы земля еще стояла на трех столбах, как говорится, да? Вот, и после этого вразумления этот человек, после удаления канала «Психотронный ГУЛАГ», он меня нашел на канале Stop City Roar. Повезло. И плюс рассказал мне то, что он сам понял, так как имеет навыки физики и химии. Вот. А оказывается, вещество, которое мне подсыпали, то есть подкидывали, да, в комочки, является фтором-19, потому как соединение с клетками, да, головного мозга. Ну, я не физик, я не могу так точности объяснять, да, научным языком и выражать это, да. Косвенно и понятно, как говорится. Я буду проще выражать это, может, где-то там неправильно, не судите строго. То есть, для того, чтобы просвечивать мозг, внедряется в клетки головного мозга или в ядра клеток, то есть, да, проникает фтор-19, другие химические вещества, которые содержат металлы. И этот человек имеет у себя на компьютере МРТ. То есть он имеет вот такой вот спектр видеоизображения человеческого мозга и организма, как на МРТ. Вот. Чем больше этих химических составов в нашем теле и организме человека получается, тем лучше ему все видно. Вот. Значит, данный процесс происходит для того, чтобы ввести больше химии в человеческий организм, чтобы лучше его облучать. Но также эти химические элементы уже от рождения присутствуют в нас. Поэтому, как работает это все? То есть человек подключается через диапазон, получается, Wi-Fi, вот всяких вот этих частот, которые присутствуют у нас в квартире, которые внедряют в наши дома провайдеры и вот эти все психотронные вышки. У него есть специальное оборудование на компьютере, специальные программы. Он, значит, открывает находит нас, то есть, да, через вот эти вот, как их называют, торсионные поля. И через гравитационные вибрации, вот, которые издают наши все эти электромагнитные импульсы наших клеток и ядер клеток в головном мозге. И он путями вот такими вот подключается через такой диапазон частот к нашему головному мозгу. Вот, и начинает нас облучать, получается. Методик много там, да, методов облучения, но все-таки все действует через химию, и надо понять людям, что существует и методика, которая помогает вывести эти химические элементы из организма человека. Значит, я зачитаю сейчас твою статью и дополню ее чем-то еще, потому что это видео. Я хочу дать людям, чтобы они поняли, что им надо избавляться от этих химических веществ, чтобы облучение не ломало им ни кости, ни болей таких не было, чтобы этому человеку было сложнее всего облучать человека, то есть, да, жертву психотронного облучения, которая находится под психотронным облучением. Методика выведения химии
из организма. Методика основана на том же принципе, как и на попадании химических веществ в организм человека, так как наемники спецслужб проникают в дом и подсыпают фтор-19 и распыляют химией все содержащее алюминия, ионы серебра, то есть металлы, которые проникают в организм и служат передатчиками в организме человека для просветки организма через тайную технологию, которая работает по химии и физике по разным принципам. В основной принцип передачи энергии по принципу гравитации свечи волн. Такие волны проникают через ядра водорода в мозг человека. Не только через ядра водорода, через и другие. Это я просто вкратце описал. Я же говорю, я не физик. А человек фактически весь состоит из воды. И еще есть один нюанс. Вот если у вас облучение идет на лицо, возьмите распылитель, я взял вот такой маленький баллончик, ну такую бутылочку, да, которая распыляет, ну как вот на окна, прыскает, да, добавил сюда воды, налил просто, и когда у меня облучение идет на глаза, я просто открываю эту баночку, получается, вот, прыскаю на себя, вот даже сейчас попрыскаю, слышите, да, микрофон, буквально через секунду мне становится легче, облучение пропадает, потому что вода — это водород, все работает по законам физики. Мне легче, я прыскаю на лицо, на тело, когда мне жарко. Всегда эта бутылочка стоит у меня, вот. И я туда наливаю изысканно святую воду. А вот, значит, первое. Им важно, чтобы ты недополучал ионы кальция, так как кальций нужен для памяти и процессов возбуждения в мозге. Без него не работает нейромедиатор возбуждения ацетилхолин какой-то. А их задача — потеря памяти. Они выводят кальций из организма. Поэтому постоянно, когда пьешь молочные продукты с обильным содержанием кальция, они выводят его из организма. Сразу скручивают желудок, чтобы кальций ни в коем случае не всосался в организм человека. Потом, после облучения, у человека начинают сводить кости и суставы. Чтобы этого не происходило, защита одна. Нам нужен этот кальций. Как восполнить организм кальцием? Подпункты. Первое. Воду кипяченую удалите. Она фторированная. Когда вы ее кипятите, помните осадок на чайнике. Так это и есть выкипяченный кальций. То есть вот этот осадок, вот сам такой нарост на чайнике, это вот и есть кальций. То есть все эти вещества полезные, они все выкипечиваются. Смысл ее пить вообще? То есть она и так фторированная. То есть воду пить только сырую надо, иначе враг получит то, что вы поглощаете. Фтор в кипятке. То есть фтор. Фтор — это есть соль, фтором соль, вот эту каленую, поваренную, фторируют. То есть фтор — это по сути соль. Соли, вот эти соли. Соль — это и есть фтор. Понятно вам теперь? То есть организм пичкает для того, чтобы эта технология работала. А само слабоумие, которое демонстрируют от фтора по информации, да, это вбив просто. Основные, видите, задумки. Все эти металлизированные пленки, фтор, вот эта вот соль поварена, все это для этой технологии, просто ее скрывают. Воду пить только сырую, иначе враг получит то, что вы поглощаете. Фтор в кипятке. Я беру обычно святую в церкви и запиваю печенье или бутерброд там, ну, с маслом. Вот и все, то есть в конце. Но я кушаю, я же говорю, сейчас я там объясню, как это все, ну, рецепт сам есть. В еду употребляю молоко, запиваю им все, кефир и масло сливочное. Я делаю салат со сметаной, опишу, какой ниже и какой рацион нужен, чтобы было и не сухо, и полезно, чтобы запить молоком это все. Главное после еды продержаться часа полтора, чтобы, ну, то есть кальций всосался в организм, в ваши кости и так далее. Потому что без кальция у вас, они, когда они будут облучать кости, они будут болеть очень как жесть. Особенно ребра, все это. То есть они выводят это все из организма, вот так вот. Соль, это обязательно удалите из рациона. То есть салат ни в коем случае не солите. Соль фторированная. Это и есть фтор, яд. Они получат солевой раствор фторированный, если будете употреблять в крови.
Это послужит им просветом. То есть они будут видеть ваш мозг вот на МРТ, на мониторах на своих, и будут спокойно нажимать мышкой по этому мозгу, лазить вам, портить все, что хотите, короче. Дергать вас, трогать. Это ж почему они вас дергают? Потому что, когда они вас хорошенько видят, они курсорчиком этим подводят по телу, по тем точечкам, где этот фтор рассосался. Это если взять картинку сейчас этого фтора, как он в организме. Фильм «Хищник» смотрели? Помните, там, как «Хищник» смотрел на Арнольда Шварценеггера, как он его просвечивал? Вот так они вот так вот и видят. Органы все. И он может спокойненько, то, что он просматривает, если защищен даже мозг, не видит мозг, он может по телу вас потрогать. Вот так вот. Значит, соль удаляем полностью, чтобы не служила эта фторированная соль основным компонентом для того, чтобы она всасывалась в кровь. Вот. Солевой состав этот будет вас просвечивать. Вот так вот. Выводим фтор и ионы серебра, так как фтор 19 это один из основных компонентов для рентгена вашего мозга. Йод является важным элементом для нормального метаболизма клеток, особенно для гормонов щитовидной железы. Он выводит фтор из организма вместе с мочой. Источниками йода служат брусника, органические йогурты, морская капуста, картофель, клубника, фасоль. Ну, чаще всего можете фасоль употреблять. Вот вам и йод. Да, фасоль дешевая, купили, заварили себе, проварили, там, холодной водичкой полоснули, как-то там остудили. Можете даже отстоять как-то хорошенько, да, и употреблять. Также йод выводит его на серебра. Нужно ограничить поступление в организм этих чудодейственных ионов серебра. Так через них они узнают нюансы работы каждой клеточки, так как ионы серебра замещают ионы калия. Для того, чтобы очистить воду от фтора, следует приобрести в аптеке хлорид кальция. Налить в чайник воды и добавить туда 4-5 капель. Хлорид кальция, ну это такая вода, еще с нее делают даже бабы наши голливудскую маску. То есть что-то с этим хлоридом кальция, короче, мутят. Но не надо нам это, да. Нам надо тупо взять капельки этого хлорида кальция. Он продается в ампулах, я не знаю, в бутылках. Можно промышленный хлорид кальция купить. И 4 капли капнуть в чайник с водой. Все, очистите ее от фтора, воду. И фторид выпадает в виде нерастворимого фторида кальция в результате реакции химического обмена с натрием фторидом. Вот так. То есть фтор этот вычистится из воды, вот, и можно такую воду потом, то есть пить. Да, вот эту, которая с крана. Ну, я вообще не советую. Я говорю, лучше сходить, не знаю, на колодец на какой-нибудь, не знаю, воды набрать, что ли, бутылки 3-4 с ведром, да домой принести, да и пить эту воду. Ну, я не знаю, это я советую жертвам психотеррора. Это кому жизнь дорога. Вот. А тем, кому это не надо, просто, ну, пейте обычную воду, ради бога. Вы уже все. Вы либо продались, то есть, в системе в этой, и вас никто никогда не тронет. Ни эти спецслужбы, никто. Либо, ну, вам пофигу вообще на все, на ваш организм, там, не знаю. Ну, это дело каждого. Я просто советую, да. Нам нужен витамин А, ретинол, для укрепления костей. Кстати, еще нужен кремний, то есть витамин кремний, это вот есть он во хвоще. Я этого только что растение употребил, я нарвал его в лесу. Короче, взял несколько помидоров и огурец, и вот этот вот хвощ. Хвощ это такая, типа такая маленькая березка, она растет в лесу, на полях, зелененькая. Вот, взял этих несколько березок и вот сегодня сырыми употребил в салате. Вкус немножко пряноватый, но это растение, оно богато кремнием. Он очень важен для кости, короче. Для костей, для хрящей очень важен. Так же, как и ретинол. Ретинол содержится в моркови. Витамин А или ретинол – один из жизненно важных и необходимых нашему организму витаминов, относящийся к группе жирорастворимых. Польза витамина А для здоровья неоценима. Он принимает участие в окислительно-оздоровительных процессах, влияет на синтез белка, на клеточные мембраны. Витамин А необходим для формирования костной системы зубов, для роста новых клеток, замедляет процессы старения. Берете морковь или печень трески
Рыбий жир. Понятно, как при СССР пичкали нас, детей, рыбьим жиром. Кто-то же понял, наверное. Просто эти технологии, они сдавна. И кто-то рубил фишку просто. И понял, что этот фтор, он очень вреден. То есть его надо выводить. Вот и все. И поэтому для укрепления костей детей питали рыбьим жиром. Понятно вам? Там содержится именно ретанол. Ну, блин, самый доступный способ. Просто купите морковь. Кто фанатеет по Корее вообще? Ну, знаете, там корейская морковка есть. Тоже нормально. А можно ассорти, это морская капуста. А вот. И ретанол. Ну, и морковь, где ретанол, витамин А. А вообще берите просто ежедневно, покупайте морковку, да, она дешевая. Взяли, обчистили морковку, целиком ее съели, да и все. Вот и все. А легче всего ассорти делайте салат. То есть гарнир лучше рис, потому что самый чистый продукт является источником сложных углеводов, дающих организму долгосрочную энергию. То есть в состав риса входит витамины Е, группы В, В1, В2, В3, В6, макро- и микроэлементы калий, кальций. Кальций, именно то, что важно нам. Железо, ну, железо не знаю, там наверняка не очень много. Фосфор, цинк, селен, йод. Йод очень важен. Два этих элемента. Кальций и лед. И йод, точнее. Йод — это вообще тема. И другие минералы. Рис содержит 8 необходимых человеку аминокислот и совсем не содержит глютен, который вызывает аллергическую реакцию у многих людей. Короче, по поводу каш. Я говорю сразу, потребляйте лучше рис, либо вот фасоль. Фасоль я еще сам так не фанател ей, но я думаю, горох, фасоль, бобовая, они очень тоже полезные будут. Вот так. Значит, как я в нищем положении, да, в своем, употребляю какую пищу вообще, ну, то есть, да, для неимущего человека при пситироре. Мой рацион очистки от химии, весь рецепт: 2 помидора, огурец, лук. Лук, короче, содержит очень обильный объем витамин, короче, который улучшает кровообращение. Лука я вообще советую вам. Вот берете цибулину просто и крышите ее в салат. Тупо. Не думайте ни о чем, реально. Будет у вас циркуляция крови нормальная, именно в сосудах. Это 100%. Ешьте его больше, советую. Репчатый лук. Не важно, что пахнет сорта, то есть это все фигня. Только не жрите эти стимролы, там также, я уверяю, у вас будут добавки фтора, всякого этого шлака. Короче, берете 2 помидора, огурец, лук. Вот, я добавил еще хвощ, вот этот нарвал сегодня сходил. Морковь, сметана, без соли обязательно. Калина поваренная, это в соль, это фтор. Либо просто морская капуста. Морская капуста, ну то есть, она тоже содержит много вот этого витамина полезного. По-моему, да, йода. Дофига она содержит. Но я не советую просто так ее есть. Можно пучок этой морской капусты, да, ну, жменю взять, сожрать, то есть схавать. А основной салат сырой, вот этот вот, с готовых продуктов, лучше употреблять. Именно хвощ нарвите, сходите. Лук, огурец, чтобы был помидор свежий именно. Вот это будет тема. И морской капусты тоже надо. Вот она очень полезная, там дофига йода, вообще доступные продукты. А хвощ, я говорю почему, там кремний. Кремний, он для костей вообще очень важен. Риса небольшая порция, ну, ложечки 5, там ложек 5. Много не надо, понимаете, вредно очень, много есть. От мяса вообще отказаться, то есть, ну вот такой пост, да, без мяса. Без мяса, то есть, да, чтобы не было, максимум берите там, не знаю, ну вот это вот печень трески, может, какую баночку возьмите, ну, то есть то, что приносит пользу, да, то есть запить все молоком в пол-литра, то есть 0,5, да, молочка взять, 250 грамм в перемешку, когда и кушаете, да, получается, салат, рис, жуете, запиваете, потом 250 грамм, это с бутербродом, да, ну вот как раньше в столовых, помните, в санаториях был бутерброд, то есть, да, это масло, кусочек сыра, и вот берете именно молоком запиваете. Можно молоко заменить кефиром, но не очень, что-то, кефир мне нравится в другом, то есть, по-другому, то есть, да, можно взять банан, кефир, чик,
И, короче, взбудоражить это все в блендере. Вот вам такой вот классный, классная тема, коктейльчик такой. Или много фруктов взять и сделать коктейль. То есть берете потом 250 грамм молока и булку с маслом. Масло это очень полезный молочный продукт, в нем тоже содержится очень всего полезного много, там и кальций и так далее, и так далее. Сверху, ну не знаю, что-то молочное тоже, где содержится кальций. Можно шоколад не жрите, потому что вот этот шоколад, он густой, он проникает между зубами. Это все сделано именно для того, чтобы разрушать ваши зубы. Уверяю вас. Раньше шоколад был гораздо лучше, никуда он не проникал. Все эти конфеты такие липкие, которые все это сделано для вашей погибели. Не употребляйте вообще, это для лохов развод, тупо. Тупо коммерция, это вам не надо. Нормальный шоколад может быть горький, самый полезный, но смотрите тут же составы, составы. Кто умеет делать шоколад, делайте. Я рекомендую просто желательно домашнее какое-то мороженое. Кто умеет делать мороженое, взбивать его там, да, и так далее. Мороженое употребить сверху, все, вы освежились, то есть в конце еды вы покушали, освежились, все. То есть больше ничего не надо, там, да. Можно, не знаю, воды потом попить там в промежуток, да, время, чтобы пища лучше усваивалась как-то, все. То есть это нормальный рацион питания, ну, по крайней мере, для меня. Не тяжелый, то есть заниматься можно спортом спокойно, то есть никаких нету проблем вообще абсолютно, то есть не тяжело. И хлеба по минимуму, видите, то есть кусок булки, да, с маслом. А вот, если вы будете оставлять дом пустым, вам подкинут химию вот эту вот в пищу, комочки фтора 19, потому что, как вы очистили организм, и влиять на вас им будет очень-очень сложно, потому что он не просматривается в этой программе на этом МРТ. Вот. Он не видит на мониторе вас, он будет видеть ваши участки головного мозга частично, работу вашей нервной системы, кровообращение и так далее. У вас нет химии, поэтому они, эти садисты, они будут тщательно насыщать вас этой химией, по-любому. Потому что все это же не просто так, он ходит кромсать ваши вещи. Он ходит именно, чтобы насыщить вас химией, вот этой вот, ваш организм. Чтобы вы были как передатчик ходящий. Вот и все. Выходите из дома только тогда, когда кто-то в нем остается, иначе, поверьте, они подкинут эти комочки химии. Это стопудово вам куда-то в бульон, в суп, куда-то в какой-то, ну, то, что у вас уже готово. Готовые продукты вообще не оставлять. Бессмысленно. Просто приходите, берете готовые продукты, ну, то есть, а цельные продукты. Ну, помидор он целый, да, огурец он целый, внутри ничего нет. Вот. То есть, берете... И только тогда вот покушали один раз, все, все, то есть все, все остальное носите с собой в портфеле. Иначе сама цель проникновения в вашу квартиру — это подсыпка этого порошка фтора 19 и других алюминий, химии другой. Они будут отпрыскивать и все. Один кто-то там писал, что-то у меня белое такое на этой, на окне напрыскали, нет. Так это ж фтор 19 тебе напрыскали, намазали тебе, чтобы ты им надышался просто. Фтор 19 проникает буквально вот, если в пасти он, ты чистишь им зубы, он впитывается в десны, и все, он у тебя в мозгах. Буквально в ту долю секунды. И все, и твои мозги, они как просвечиваются, как вот, я уже объяснял, каким методом. Ну вот он видит у себя на тому, на МРТ, вот этом вот, на программе у себя, как вот, как мозг просвечивается такими красно-красно-желтыми такими местами, и он эти участки мозга может трикать. Когда-то, помнится мне, он нажал так мне мышкой, когда-то я маленький был, что я аж на коленке упал. Ну, тупой кто-то там был у них там, в этой организации маньяков, психотеррористов. И он, я был в санатории в Подминском в тот момент. И я шел просто по коридору, и мне так нажали на мозг. Я еще что-то не знал, еще был в закрытой фазе. И я аж на коленке упал. Прикиньте, такая была боль импульсная. Вот так вот они просматривают ваш организм, трогают его. Все это так и есть. О других методах защиты от облучения. Восьмой параметр. Шапочка из фольги только усиливает сигнал облучения. Это все лживая информация, потому как шапочка из фольги, она даже не заземленная. То есть ваш этот, резонанс вот этих вот вибраций, он будет резонировать вместе с этой шапочкой из алюминия. И она будет просто... Не знаю, она будет просто у вас на голове только усиливать эти импульсы, то есть
сцепки этих волн, сцепки с вашим черепом. Они же греют вот эту черепную коробку вашу. Вот и все. Так как шапочка из фольги даже не заземлена ни к чему. То есть в ней просто варят голову еще хуже. То есть им еще лучше влиять. Без МРТ поля. Их технология просвечивания ничего не значит. То есть, если фтора 19 и ионов серебра, металлов, алюминия нет в вашем организме, то его программа — это фактически хрень. То есть он не может вас видеть так. Вот. И при открытом свете ему хуже просматривать ваше тело. Очень хуже. Поэтому на солнце чаще будьте, потому что ему очень плохо и хреново просматривать. Когда вы в темноте, он отчетливо видит. В душе, например, я моюсь при выключенном свете, потому что он еще видит плюс картинку, да, происходящего еще и вокруг меня. Вот. А так в темноте, когда я моюсь, он, получается, видит только мое тело и органы внутри моего организма. То есть вот эти вот красно-желтые изображения моего организма и все. Может быть, мое передвижение тела. А когда мы при тусклом свете, вот при таком, как ванной, там, он видит нас, да, наше тело, видит нашими глазами. Но в темноте же он нашими глазами не сможет видеть. Поэтому думайте, тут уже смекалка. Вот. Фтор 19 он добавляет нам для улучшения МРТ вот этой вот, чтобы враг мог видеть на мониторе наш организм. Суточная МРТ требует однородного магнитного поля. Положите возле подушки магнит, и они не увидят голову. Даже можно в кепку, в шапку, то есть неодимовые вот эти вот магнитики наклеить как-то, налепить их, чтобы было такая вот наша внутри, да, ну, с той стороны, с внутренней, такая вот шапочка из магнитиков. Очень трудно ему будет прочитать ваши мысли, посмотреть вашу бошку, мозги ваши, вот. Именно видеть на МРТ, вот на МРТ у него в программе, видеть ваш мозг. Они будут делать все слепую, то есть они будут видеть вас, ваш организм, ваш желудок, кишечник, то есть все там, где фтор отложился. Но, ну, конечности ваши, все, циркуляцию крови, да, где солевые растворы, эти все. Но они также не смогут видеть остальные части организма. Они будут видеть остальные части организма, но он не сможет видеть мозг. Вот почему не помогает ничего, то есть это экранирование не помогает. Если экранировать что-то, да, то он может не видеть вот эту часть тела, но он видит остальное все. Мозги видит кишечник, видит. Все закрыть нельзя. Это гораздо усложнит им процесс, то есть если положить магнит. То есть магнит, если положить магнит любой полярностью под подушку, это гораздо усложнит им процесс и лишит их зарплат, так как они не выполнят свои указания, которые дали им спецслужбы по методичке обработки вас. Спасибо, что прочитали это, мою методику по очистке организма от химии. Автор я, Андрей Шутов. Отдельное спасибо Богу, Господу Богу Иисусу Христу, который дает мне силы, чтобы рассказывать вам это все. И тем людям, которые помогают в этом борьбе с псистерором, с православным старцем, который помогает и молится за нас сейчас, по молитвам которых на моем пути появляются люди, которые помогают раскрыть секреты дьявола, антихриста. Храни вас всех Бог, друзья, все, кто сейчас страдает от психотронного оружия. Я желаю вам Божьей помощи во всем. И поверьте, это страшная технология, о которой никто не знает. Это мы просветились. И защититься, как видите, от нее очень сложно, потому что все, как Виктор Цой пел, находится в нас. Вот такой вот был секрет. А нам навешали каких-то штрих-кодов, каких-то чипов, лишняя дезинформация, чтобы скрыть эту тайную технологию. Тайная технология компьютера зверя, который вот сейчас все мысли людей, все мозги просвечиваются. Они видят нас как светильники просто. Просто эта технология и эти вышки, они распределены по всему миру, и эта технология действует по всему миру. Прикиньте, везде можно просматривать людей. Все 6-7 миллиардов людей сейчас просматриваются. Вот так вот. Вот такая вот компьютер-зверь такой вот. Вот до чего дошли. А чипизация — это лишь тот сегмент, изотопная метка, которая будет уже узаконивать эту тайную технологию. Пока вы думаете о каких-то чипах, о штрих-кодах, о каких-то там еще что-то, они уже это все вводят. Потом будет метка изотопная, и вы дадите... Когда примете это изотопное начертание, подпишите свой смертный приговор, дадите разрешение на считывание ваших мыслей,
И ваши мысли, ваша жизнь будет просматриваться этими людьми в открытой уже организации, когда они будут пользоваться вашей информацией и через такого рода данную технологию уже как-то вами руководить. Понятно, что такое чипизация на самом деле? Так что все остальные утки, вот эти, которые закинуты, это все фейки для того, чтобы разум человека отвлечь от истины. С вами был я, Андрей Шутов. Спасибо, что вы меня послушали. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Где-то я, может быть, что-то выразил не так, но я стараюсь и пытаюсь это дать так, как сам осознаю и понимаю. Не судите строго. До связи, ребята.